Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Насекомый. Ой. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Насекомый, и мы продолжаем обозревать террарию в 3D. Это уже вторая часть, кто не смотрел первую часть, посмотрите. Подсказку вот здесь вы увидите, если что. Так, начнем. Так, не лагай. Идем просто прямо. Да, как бы это странно не звучало, просто прямо. Опа, новый биом, как мы нашли. Хотя бы хоть что-то нашли. Так, здесь обитают монстры такие красные. Лицевой монстр, летающий какой-то монстр. Ну, тому подобное. Как бы. Ай, не лагай. Это что, больно сделать наш? Я сказал. Так. Дай-ка хотя бы порубим дрова. Здесь вы меня поймете. Не понял! И кто такие? Ай! Вы кто такие? Что вас так много? Расплодили здесь. А, они такие сильные еще. А, кто меня бьет? Уйдите от меня, пожалуйста. Ладно, уйдем отсюда. До свидания. Что? На, получай, получай дня. Надеюсь, хотя бы одного убьем. Похоже, что нет. Что с этим с вами? А, я испугался. Так, исследуем пещерку, в которой ничего нету. Сундучок. Так, берем, берем. Все. А, не лагай. Хватит лагать. Ищем. О, слизень, здравствуй. Минус один. И бу-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 бу, уйди ты от меня. Я даже бегать не смогу. Убегай. Давайте. Да я хочу грибы только. Ешь. Так. Какой-то красный пьем, что уже нашли. Как я вернусь домой сейчас? А она просто прямо идем дальше. А у нас карты есть? Нету карты. Ай-яй-яй, Ой, опа. Фиолетовый слизень. На, получай. По 10 урона крита, наверное. Получай, грозь. Минус. Опа. Медная руда. Нашли. Так, сейчас раскопаем и вернуть. О, слизень, привет. Я эту медную руду копаю. Смотри. Поможешь мне? Э, ты куда? Э, помоги мне. Я не понял. А ну помоги мне, пожалуйста. Пожалуйста. Кролик, хотя бы ты. Ай, с вами. Не разберешься вообще. Так, я вроде раскопал. Как бы все. 34 медные руды. Что? Я не понимаю, почему так. Это убираем. Почему? А, 94. Сундуки дайте, пожалуйста. А, хотя бы сундуки. Люди, новые медные руды, конечно, не буду копать. Идем дальше вниз. Все еще ничего не видно. Железные руда нашли. Ухо. Горшки. Здравствуйте. Ура! Мы нашли сердце! Как мы ее раскопаем? А, разбиватель сердец. Да. У меня теперь плюс 20 хп. Радуемся жизни. А я пошел. Мифрил. Только сначала мифрил раздобудем. Не понял. Ты что делал? А ну уйди от меня, красный. На. Не понял. Моментальное размножение. Дайте мне мифрил руду раскопать. Вы озверели, слизни? Вы что так быстро возрождаетесь? Уйди от меня, пожалуйста. Хотя бы ты сдохнешь, да? Ай, тяжелый. Дайте-ка я раскопаю. Мне чуть-чуть буквально осталось. Ну здравствуй. Зелье возрождения. Вау. Ой, возвращение. Эй, что? Получай. Умри. Все. У меня деньги пропали. Не понял. А ну быстрее уйдем отсюда, быстрее. Они меня буквально сейчас скоро убьют. У меня 100 хп. Не понял прям на моих глазах. Умри, 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 умри. 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 Чуть-чуть осталось. Умри, Пэкман. Земляной блок возьмем. Так, делаем факела. Сюда поставим место, где покопаем железную руду. И последний блок. Все, готово, я раскопал. Уху, вау. А теперь главное, нам надо выбраться отсюда и вроде все. Раз, два, три. Ура, мы выбрались отсюда. Только на меня сразу глаз демонический напал. Второй прибежал. Поняла, а почему у меня 120 хп говорит? Но у меня не 120, а только 100. Я что, зря искал? Ай.
Ай! Что ты это делаешь? Что, да? И еще приперлись, вы не поняли, что на меня? Уйдите от меня, хотя бы зомби приперлись бы лучше, а не вы. Вы мне достали. Еще один там хоть деревья хочет прийти. Так, скрафтим теперь, наверное, нормальное броню. Например, например. Скрафтим медный слиток. Скрафтим железный слиток. Крафтим вольфрамовый слиток и готово. Давайте хотя бы медный броньку сделаем. Сюда поставим. Вольфрамовый палаш, 12 единиц урона. Конечно, сделаем. И вроде все. И вот он, сундучок. Берем одну и ставим куда-нибудь. Вот сюда. Ура! Сундук себе весь положи и вернусь. Раз, два, три. И все. Все я сделал. Все по полочкам, можно сказать. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, все, я теперь точно сделал. А не, погодите. Теперь точно все. Прям точно, точно. Сопилка. Давайте лесопилку сделаем еще. И давай вот сюда. Теперь мы можем сделать вещи, типа рамок, тому подобное. И сейчас сам я хотел бы сделать. Ну, попробовать дюб. Да, дюб. Сработает или нет? Ну, я думаю, что нет. Ну, на этом все. Не понял, что это такое. Это какая броня? Медная. Ну на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А теперь всем пока-пока.